мой любимый салатик, который делает мама. Кукуруза, соленые огурцы, обычные помидоры. Такие помидоры. Ну ладно, коры уже. Сразу видно, когда мама. Мама в гостях. Мы смотрим «Поле чудес». Мне кажется, я лет 20 «Поле чудес» не смотрела. Дядя Толя. Дядя Толя, давай станцуй нам. Ты слово лучше отгадывай. Молодец, молодец. Тяни нас. А теперь самый красивый кулич от Наташеньки Варовны. Смотрите, какой красивый. Два у меня, а еще вот такие. Яички шоколадные, классные. Ну, очень красиво. Наташ, ты прям вообще настоящий кондитер, кулинар, комсомолка и просто красивая женщина. Погодка на улице. Грусть, тоска, печаль. Меняется просто каждую минуту. Ребят, вот вам записываю стори. Без фильтров, без всего, мое лицо. Все то же самое. Никто не беременный, не поправился. Все хорошо, хотя много кушаю, это факт. Просто вчера была так поставлена камера специально, там, посмотри, под каким ракурсом ставишь, и лицо увеличивается. Ну, чтобы вам лучше мейк был виден. То все в панике. Ксенечка, ты что, поправилась? По телеку смотреть то же самое. Хотя телек прибавляет 7 килограмм. Вроде не поправлялась. Видите, какая разница. Мамины, хотя у меня 36-й небольшой размер. Это Юськины. Такие масенечки они. Маруськины. Маруськины уже почти скоро мамкины догонят. Так, девочки, кто спрашивал про карандаш Urban Decay номер какой? 20, не знаю, вот, короче, вот такой карандаш. А помада Bobbi Brown, Lip Color. Вот он, короче, смотрите внимательно. Lip Color, не знаю. Накрутила бегудяшки на ночь, да? И этот тут спит с Маруськой. А он лежит с часом. То в 9, когда только начали кровать исправлять. Давай, пайки быстро, все уже поздно. Не хочу мейк смывать. Что делать? Так ложиться спать.